Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятое Сокровище 2. У нас 14-я миссия, называется Извилистая Дорога. В одном из закрученных ущелий носильщики камней попали в засаду. По счастью, им удалось найти пещеру, но враги нападают со всех сторон. Если все, на что они рассчитывали, это внезапность, то они жестоко просчитались. Ха-ха-ха. Так... Давай сделаем так. Так. Блин, мне теперь надо как-то сделать, чтобы защищалось два подхода. Ну, если я, например, сделаю вот так и вот так. Справедливо? Ай, блин, тут еще эта пакость же. Я совсем забыл, что здесь... Ладно, попробуем, ребят. Не знаю, что получится из этого всего. Блин, будет сейчас про эти отхиливать. Мы в тот раз не справились с элементалями, да? Они у нас проскочили и все тут прихапали. Так, гадость, надо прокачивать тогда как можно быстрее. Гварды. Так, это по фулке прокачано у нас получается. Башня, 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 бомби. Что такой маленький урон-то, а? Есть. Сколько у нас денег? Денег мало. И денег мало, и этого мало, всего мало. Так, а потом пойдут воры. Тут 25 монет. Ну, есть. Я же думал, сейчас пройдет шипзик этот мелкий. А вот и воришки. Надеюсь, что башня все-таки, ребят, забомбит. Есть. Опять же гварды. Дай-ка я нафиг здесь буду покупать. Ага. А фиг ли я радуюсь, ага. Вот тебе и ага. Ты посмотри, сколько там идет их. Твою налево. Башня. Помогай, 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 родная. Есть. Сюда, что ли, поставить? Или куда-то... Сюда, наверное, все-таки. Ух. Башни страха, конечно, нам тут особо сильно, ребят, помочь не смогут. Ай-яй-яй. Мне это не нравится. Все, не утащил он все-таки, нормально. Тогда нормально. Так, не забываем, что еще будут ниндзя. Вскоре. Так, это у нас стражники, да? Это у нас гварды уже пошли. Замечательно. Так, опять воришки. Так, это тоже прокачано по фулке. Смотри, 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 что вытворяет. Не добежал. И это тоже не добежал. Кузнец еще потом пойдет. Ёк-макарёк. Ни на что, ни туда не хватает. Да кофиг ли мне эта ледяная башня, блин?
Баллисту бы брать. Давай баллисту возьмем. Медленная, не спорь, ребят, но зато массовая атака. Все, кузнец. Да, он там не один еще к тому же, этот кузнец-то. Ай-яй-яй. И здесь у нас ничего нету, к сожалению. Давай-давай, все свои энергетические заряды. Отлично. Ту-ту-ту-ту. Давай, наверное, баллисту здесь тоже поставим. Так, маги пойдут сейчас. Да, они со своими этими хилами, эй. Да ну, серьезно что ли? Фига, ребята, они все-таки умудряются пробегать. А ниндзя будут здесь. Ниндзя здесь будут, поэтому нам надо вот сюда вот где-то башенку поставить. Чтобы ниндзя получали урон сразу же. Как я терпеть не могу вот этих вот, а? Да полностью восстанавливать себе здоровье, ты представляешь? Полностью, ребят. Ну! Фух. А-а-а! Летающие друиды, блин. Нормально. Пока, блин, слава богу, нормально все. Ай, тут уже друид этот самый главный, блин, по матрешкам бежит. Назад. Фух. А вот и ниндзя, ребята, а вот и ниндзя. Давай-давай, проявляйся. Если что, есть напугать, чем у меня. С этой стороны еще немножко нам помогает башня вот эта вот, которая, ребят, замедляет. Стража. Гварды. Весь свой этот запас, блин, она тратит. Зашибись, а это куда пошел? Да на одних лучниках я далеко не уйду, если честно. Согласись. Да, на одних лукарях далеко не уйдем. Надо что-то, блин, что-то придумывать. Потому что сейчас еще элементали пойдут. И маны мало очень. 61 всего лишь. Ну вот, сейчас пойдут элементали. И что я здесь сделаю?
Это хилищи, это водяные? Да, это водяные. Он один. Ну хорошо, хоть один, блин. У нас здесь нету башен, которые могли бы пугать. Ну ты посмотри. Вот как вот его, ребят, бомбаши здесь, а? Это повезло нам просто, что здесь башня есть, которая замедляет врагов. Успевает, да, все-таки? Не успели. Опять стражи. Опять стражи пойдут. Всей своей оравой бегут. Только вздумай взять, а? Взял же все-таки, а? Опять целая орда ниндзя. То, что вы напугали барда, это, конечно, хорошо. Ты, блин, серьезно? Куда? Пипец. Так, там бесполезно ставить, да? Давай, давай, давай. Свитков очень мало, ребят, свитков нам дают. Блин, два элементаля. Два элементаля, блин. А ты обратно не хочешь отнести кристаллы нам? Щух. Склепы надо улучшать. Так, денежка, денежка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну ты посмотри, а. Пришлось молнией, ребят, бомбануть. Ух. Так, ниндзя. Ниндзя бегут. Нет, 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 нет. Фух. Так, блин, вот тут вот три элементали, это, конечно. Это будет жестко с тремя элементалями. Против них тут. Не успел, да, добежать, дотащить. Но гварды. Надо было больше все-таки, наверное, пугающих башен нам ставить.
Неужели утащит, а? Вот они, элементали идут. Да как вот с ним быть-то, блин, ну? Вот эта замедляха, она вообще практически на них не работает, ребят. Да неужели? Два кристалла, ребята, спасли. Два. Один все-таки стырили у нас, к сожалению. Блин, и уровень не получили. 1000 игл. Вы уже готовы постучаться в ворота к самому королю? Осталось устранить последнее препятствие. Ректора магического университета Архимага. Подготовим ему жаркую встречу в этой долине со множеством небольших пиков. Что тут еще, твою налево? Откуда пойдут враги? Наверное, отсюда, да? С одной стороны. С одной стороны. Начнем с крестьяшек. Так, у нас здесь манна, здесь золото. Стрелами, стрелами их всех, правильно. Есть. Дальше у нас собираются идти маги. Потом валькирии. Угу, не добежал чувачок. Так, валькирии с бардами вместе, в паре что ли? Самые умные, да? Самые прошаренные, так скажем. Дальше идут гварды. Так, гварды пошли по самому длинному пути. Не дают денег нам в достаточном количестве. Вот что самое обидное. Готов. Следующий кузнец. Блин, с кузнецом еще тут возюкаться, а? Ну, тут придется, наверное, свиток применять все-таки, как ни крути. Хотя бы урон наносить надо ему. Так, давай, башня, пики его. Дальше опять эти дрендологи, или как там величать. Назад. Я сказал назад. Щух, успели. Главное, что успели мы его бомбануть. Так, гварды. Гварды летать не умеют, поэтому надо. Надо их здесь встречать.
Угу. Стража. Сейчас, блин, я... вот здесь вот не могу ничего сделать. Никак защитить. Ну куда ты? Фига, он там ускоряется. Прям как-то заоблачно аж. Кто там у нас дальше? Блин, еще и эти. Еще и эти пойдут, элементали. Как они меня бесят. Жалко, здесь нет какого-то, блин, запрета, чтобы их... Вот так вот вам всем. Шикарно. Здесь, не знаю я. Элементари. Это у нас водяной, это хиляющий. То, что мои башенки там в него бомбят, ему по барабану, да? Вот ты посмотри, мы на одного, ребята, сколько тратим сил. И чихать он все на это хотел. Успели, да? Успели мы его приложить. Здесь у нас это фигня, ребят. Нам нужно именно что-то дальнее, чтобы бомбило издалека. Они же сейчас вот здесь проявятся, прям, блин, возле кристаллов. Нормально они устроились? Массовую, наверное, возьмем вот так вот. Опять дрендологи эти. Ну, давай, отлично. Опять придется их шугать. Прокачиваем. Нам манна нужна, поэтому... Тут я вижу только один вариант, ребята. Прокачивать те башни, которые у нас есть. Все, больше тут ничего сделать не смогу. Офигеть, сколько вас тут. Да. Все, справились. Что сюда поставить? Ну, а что еще, ребят? Так, они не боятся страха, поэтому страх здесь бесполезен, насколько я помню. Сейчас друидушки пойдут. Ну, друиды, по крайней мере, боятся страха, насколько я помню. Отдай, я говорю, кристалл-то. Пошел уже с ним довольный. Чтоб духу твоего здесь не было. Так, ниндзя. Ниндзя.
Кристалл, кристалл тащил. Кто там у нас пойдет сейчас? Блин, опять эти маги зашкварные. Давай, 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 иди сюда, я тебя сейчас угощу молнией, заклинанием. Или обойдемся? Наверное, обойдемся. Опа, а вон там, ребята, архимаг будет у нас, босс. В бой. Наваливай, наваливаем. Вы серьезно? Что так? Что тут? Чего? Я справился, да? Отлично. Повезло опять нам. Кристаллы все на месте. Так, стражники. Блин, там элементаль грозовой потом пойдет. Кто их ускоряет? Маги опять со своими ускорениями тут. Пришлось. Пришлось, ребят, применять заклинахи. Так, манны у нас нормуль. Дальше, грозовой элементаль и водный элементаль. Вдвоем, что ли, они? Как всегда, эти башни, блин. Положи на место. Упс. Не надо только кристалл брать. Блин, ну слишком, слишком близко. Ай-яй-яй-яй-яй. И летит именно за кристаллом, а? Смотри, бежит, прям бежит. Прям щечки лоснятся, бежит как. Да иди ты верни обратно на место, что тебе не положено. Да, возможно, я спас, но... Тут сам понимаешь, да? На место его потащил. Тут я сам виноват. Утащил, утащил, утащил. Так, минус один кристалл, ребят, у нас. К сожалению. Вообще трэш какой-то. Я так ни разу еще не сделал ни склеп ужаса вот этого, прокачанный по фулке. Ничего остального. Хотелось бы посмотреть, как это все работает. На максимальной этой прокачке. Вот так вот. Сейчас 15 гвардов пойдет.
Что-то дофига вас тут, по-моему, будет. 15 штук. Не слишком ли жирно-то? А точно 15, может, мне показалось? Ну, их много. Не хотелось бы просто заклинание тратить, ребят. Может быть, не придется. Не пришлось. Ну что? Ответственный момент, ребята. Архимаг, ректор магической академии Аркании. Сколько коллег он убил на пути к этому посту, никто не осмеливается считать. Когда архимаг примет магическую форму, уничтожь его подручный как можно быстрее, чтобы он снова стал человеком. Ты не пройдешь. Призывает двух водяных элементалей, а сам превращается в громового элементаля. Убили элементаль воды, чтобы вернуть Хримагу в обычную форму. У него и водяная трансформа. То есть, короче, я понял. Трансформатор фигов, да? А, он сам еще трансформируется. Все, я понял. Но страх на него действует. Ай-яй-яй, у меня больше нет, ребята, магии. Так, убейте босса архимага. Я убил, ребята. Я убил, друзья мои, мага-архимага. 6 очков, нифига себе, у меня сколько. Так, давай прокачаемся. Что у нас тут есть? Так, урон на стиме башни по чемпионам и боссам увеличивается на 25%. Вот это вот я докачаю обязательно. Снижает стоимость всех улучшений башни орков. Это как бы не особо сейчас надо. Дает шанс 10%, что враг, сраженный башней, породит ядовитое облако. Получает дополнительный пример, нанести двойной урон. Вот так вот сделаем. Да, друзья. 16-я миссия у нас впереди. Но ее мы будем уже проходить в следующей серии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.